Это же вам необходимо. Это же вам необходимо. Мне, конечно, все нравится в нормальных местах. Что такое нормальные места? Кстати, это не обязательно Америка. В этом месте я тоже был первоначально. Это не обязательно Великобритания. Я в этом месте тоже был. Северная Ирландия. Это не обязательно Германия. Я в том месте тоже был. Ну, это топ. Ну, в принципе, почему нет? Но давайте все-таки определимся. А есть другие страны? Так какие другие страны? Ну, как бы вам сказать, другие страны недавно участвовали в организации БРИКС в Казани. И одна из этих стран хотела в этот БРИКС вступить. Что это за страна? Турция. Так вот, я был в Турции неоднократно, раз там 30, если не 35 уже, это моя одна из других любимейших стран. И я тусовался вместе с нашими любимыми атаманцами, которые уже после этого стали гражданами Турции, был у них дома, и в холодильниках там было ничего. По одной простой причине. Все турецкие человечки, и молодые, и повзрослее, и пенсионеры дома-то не питаются. Потому что они питаются где? В столовых. Ну, в данном случае рестораны, потому что слово ресторан – это есть место общения. И они спокойненько там едят, а дома-то что не делают. Потому что это правило. Если мы будем работать с этим правилом, это будет для нас более шикарно. Так вот, чтобы у вас не было никаких проблем, чтобы вы с утра не поднимались, ничего не делали в природе своей, мы зайдем в это место, где мы находимся. Это Герцена 6. За моей спиной наш любимый Альфа-центр. Зайдем с этой стороны, я вам покажу то, что вы сможете сделать. И это будет стоить реальные копейки. И вам необходимо будет это попробовать. Так вот, вопрос. Сколько нужно зарабатывать, чтобы жить хорошо? Ну сколько? Чтобы хорошо питаться, к слову, нужными блюдами из рыбы. От 30 до 45 тысяч в месяц на еду. Плюсом, чтобы хватило на отдых, квартира еще 5 тысяч, к слову, качество по цене Турции и Китая, а по пошиву лучше, и все покупается в одном месте, как и все остальные приспособы. Ибо дешевле просто нет, когда вход идет в Владивосток. И в принципе, суммы от 1000 в рублевом эквиваленте хватит, чтобы забыть обед, завтрак и ужин, как и мусорку, мытье посуды и магазины с едой. Просто забыли, получаем он и в ресторане Альфа-центра. Внимательно осмотрев ценники, к слову, я видел именно нужность ресторана в Альфа-центре. И мы можем, используя остальной фудкорт, точнее остальные места, где можно перекусить, так получить грамотный результат. Не тратить время на еду, а вкушать и я здесь. Вот честно, мне больше жить хочется, когда рядом есть Альфа-центр. Когда еще одно чудо постоянного приготовления больше, чем от чебуречных блюд, появилось по соотношению 3 чебурека и то, что более необходимо для удовольствия и для грамотного питания. А грамотное питание включает в себя полное отсутствие изжоги и прочих остальных вещей, которые могут быть, когда у вас есть некачественно приготовленное масло, в котором ваши чебуреки варятся. Опа-ца! Опа-ца! Так оно и есть. А здесь все нормально, здесь все готовится прямо сегодня, прямо здесь. И, к слову, нету тех блюд, которые бы готовились ранее. Нет, вы получаете качество и в нормальных количествах. И при всем этом удовольствии от блюд можно решить еще и бизнес-вопросы. А чем не место и работа, и постоянство, а может быть и отдыха, пост и для поднятия тела в дело присутствовать? Хорошее место Альфа-центр с недорогим рестораном. Я люблю это дело. Я люблю. Потому что вы можете спокойненько здесь покушать. Да. Это что такое? Это бизнес-центр. Не надо думать, что народу слишком много. Абсолютно все нормально и ровно. Все здесь переделано. Все сделано просто изумительно. И, в принципе, давайте все-таки поделимся с ценниками. Так вот, ценники, какие ценники и что здесь вам готовят?
в большем своем событии здесь вам готовят морепродукты. А морепродукты – это что такое? Морепродукты – это ваше здоровье, потому что одно из длительнейших наций, которые проживают на этом мире, а это что? А это наши замечательные японцы, вкушая морепродукты, имеют обалденную продолжительность жизни. И вы, кстати, это дело можете попробовать. Для этого вам необходимо приехать сюда, в Джазмолл, зайти на первый же этаж, то есть не оттуда, а именно со стороны Герцена. Зайдете и попробуйте. Поверьте мне, это очень вкусно, реально вкусно.